Всем привет! Мы сегодня на Москва-реке нашли вот такую заводь небольшую и пробуем ловить на удочку и на фидеры. Так, у меня на одном фидере здесь жмых, червяк с опарышем. Тут прикормка и червяк с опарышем. И на удочку. Просто червяк с опарышем. И очень интересно, что мы тут сможем наловить. Там вот еще Пашка ловит что-то. Ничего не ловит. Халтурит. Клюет, Паш? Клюет? Нет. Зря. Поехали, посмотрим тот пруд, который ты нашел на Google картах, где-то недалеко от дачи. Заброшенный, весь заросший. Посмотрим, что там. Погнали. Нашли вот такой заброшенный прудик на окраине леса. Там лес. Но воды, по-моему, тут нету. Ой, воды, блин. Говорю, нашли прудик вот такой вот, но воды, по-моему, тут нету. Но не воды. Рыбы. Даже малька не видно, но пруд прям вообще как будто бы сказка какая-то. Ну да. Да, мне тут. Нету, да, ничего? Пойдем. Вообще болото. Трава есть и все, воды нету. Может высох. Че, пойдем через лес обратно? Может грибы найдем какие? Пойдем. Ну вот так вот, да, куда-нибудь. Ну да.
Что-то там нашел. Ты, блин. Куда? Туда. Туда? Ну да. Блин, пойдем, потому что... Да хрен его знает, пошли. Назад пойдем, походу. Яйца динозавра. Что все-то? Ну давай вот туда вот куда-нибудь левее выходить. Вон туда. Только спрашивал, не страшно было бы тут оказаться, да? Ну. И вот мы тут. Слушай, там не похоже ли там на какой-то вон, да? Этот? Да. Угу. Что-то какая-то низинка. Ну-ка. И вот, смотри, слева. А вот там. Там. Да, вот это пруд заброшенный. О, блин, тут можно себе проткнуть что-нибудь. Жизненно важные органы. Это как раз то место, которое... Которое показано, да? Да. Погнали наверх. Сюда? Вот тропа тебе. Да. Кабанчики что-то копали. Кабанячьи трупы. О, блин, ни хрена себе. Ты, ёхай, да. Да, упал. Тут ступеньки, что ли? Или корни? Корни, вон там, смотри. Асфальт кто-то положил тут. Тут везде чуть-чуть, по чуть-чуть есть водички. Там побольше водички, но там рыбы нет ни хрена. Думаю, может быть, запустить ее туда и приезжать сюда ловить.